Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом BCNX. И в этом видеообзоре я бы хотел рассказать тебе, как получить от проекта 25 баксов, просто ничего практически не делая. Это проходит очень давно, я не знаю, почему я не рассказал вам об этом раньше. Но сейчас, когда заново с этим столкнулся, решил, что вам будет это полезно знать. Для этого вы переходите на сайт, нажимаете на AirDrop и, собственно, переходите на сам AirDrop. Кликаете сюда и вас переносит. Вы видите, они готовы дать 2 миллиона долларов на свой AirDrop. Что же нужно сделать? Нужно непосредственно зарегистрироваться. Нужно добавить себя в Facebook, добавить себя в Twitter, вписать свой кошелек, который для ХРП. То есть все знают, да, мне кажется, что такое ХРП, что это за монеточка. Если нет, я сейчас покажу. И пройти КУС, да, все знают, что такое КУС. Если нет, то в двух словах, КУС это ваши персональные данные, которые вы выкладываете для того, чтобы они убедились, что это действительно вы, чтобы каждый человек не получил там по 1000 баксов, да, а каждый получил по 25. Также вы можете приглашать своих друзей и, собственно, по 2 бакса получать с каждого, который также пройдет курс. То есть понимаете, да, что все ваши друзья, так же как и вы, должны быть идентифицированы. И на этом все. Это все, что нужно сделать. Видим, за каждое дают по 5 баксов. Что же я вам хотел еще показать? Хотел показать статью, которую написал сам проект. Я ее тоже приложу. Вот Super AirDrop. Все написано. Почему-то написано только 50 баксов. Вот все описано, вся информация. Видите, вот как раз. Смотрите, сейчас все сделаем как у них. Когда вы заходите на сайт, сразу же вот у нас всплывает это окошечко, которая, собственно, и всплывает у них. И дальше точно так же, вот мы видим тоже те же картинки, что и я вам показал, то же самое. И, собственно, на этом статья заканчивается, поэтому в ней все то же самое, что я вам и сказал. Давайте, сейчас я зайду в CoinMarketCap и покажу вам, что же это за монетка. Вот я зашел в CoinMarketCap и видите, что эта монеточка является третий, то есть она находится в топе, она является очень крутой. Сейчас я на нее перейду, и я думаю, вы сразу же поймете, что это за монеточка. Видите, что рыночная капитализация у нее довольно-таки большая. Ну, собственно, это понятно, да, потому что на третье место тоже непонятно никого не поставят. И, собственно, графики нам не сильно важны, хотя вы видели, что проект прибавил за сегодня 4%. 4, да, 4,94, даже 5%, можно сказать. И, собственно, что-то долго загрузка, ладно, сейчас. Вот на этих биржах вы можете, собственно, зарегистрироваться и там сделать депозит ХРП и перекинуть сюда. Можете скачать с официального их сайта. Давайте сейчас перейдем. У них есть официальный веб-сайт. И вот, собственно, сам сайт и есть, сайт Ripple, или сокращенно ХРП. Я думаю, все знают об этой монетке. Она очень хорошо выстрелила. Поэтому, я думаю, достаточно об этой монетке, потому что мы, собственно, говорим об этом проекте, собственно, BCNX. Поэтому я надеюсь, что вы все-таки послушаете меня и получите свои 25 баксов просто за какие-то мелочи. Да, можете получить и больше, если у вас есть друзья, которым это интересно. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.